Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Рим в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с последним патчем. Если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Капер. Ну, мне кажется, все-таки он в лабы вышел. Если в лабы, то это очень хорошо для меня. Но я, правда, не вижу его ни одного кампуса. Чтобы понять. Так, начнем с диверсии на производстве, пожалуй. Может, и здесь еще аэродром? Ну а вдруг нормально будет нефти? Но мне нужна нефть на территории. После этого надо, наверное, в электричество пойти. Или... Не, в электричество. Блин, он венецианку еще построил. Ну охренеть. То есть он сейчас будет двойные юниты фигачить. Морские, ну это трындец. Ну, самолеты мне помогут, наверное. Так, есть нефть, блин, просто чудо. Это чудо чудесное. Так, апаем в линкоры. Ну и, соответственно, кстати, я смогу еще и каперы в подлодке апнуть. Отлично. Нет, тут я отложу просто на один ход производства, чтобы самолетики сразу с нефтью... А, подожди, так это мне два хода надо. Тогда что-то один ход можно построить. Давайте ангары, что-то один ход строится, точнее два хода. Тут три торговца. Двенадцать ходов. Thank you.
Тут одна нефть, это как бы немного... Ну, два биплана мне все равно надо построить. Может, верфи лучше? Пока тут вместо каперов. У кого в скольких городах работает рационализм? Карточка. Вообще может. У меня в трех. А полностью или половинчатый? Нет, у меня нету ни одного на плюс 4. Но 15 жителей есть. Да. Хочу алюминий открыть. Да как? Вот смотрите, а вот фрегат, капер и каравелла убивают линкор. Это нормально вообще? Может, у тебя угля недостаточно было? Нет, у меня все достаточно. Ну подойди ты, конченый капер, блин. А, я подписываю. В смысле? Где? Ну он возле города стоял, думаю, еще не обратить. Сейчас дальше пойду. И вы уже и армии. Кайф. А, ну потому что у него венецианка. Ну, короче, у него там венецианка, армия, это ГГ, я считаю. Без помощи мне тут делать нефиг. Можем мир заключить. В смысле, я тебе предлагал мир давным-давно, но только при условии, что ты мне города не обращаешь. Да, так я особо и не обращаю. У меня тут проблемы, тут аравеец пришел, начал мне тут. Ну да, Равен, ты что-то тебе сделает. Ну, тогда предлагаю мир. Как бы у меня сейчас нефть под лодки. Так у меня как бы тоже нефть под лодки. Если ты думаешь, что ты меня этим напугал, то нет. Блин, не обработал нефть. Ну давай мир. Но ты мне не обращаешь города в иудаизм. Ой, то есть наоборот, в протестантизм. Хорошо, хорошо, говорили. Все, у меня даже, наверное, ничего не может сделать с протестантизмом. Ну, понимаете... Почему у меня каперы сильные? У меня просто карточка на религиозные войны. Плюс командир, плюс у меня они, скажем. И, конечно, венецианка. А у него реально нефть? Давайте глянем. Нет у него нефти пока. А у тебя нефть-то вообще есть? Сейчас будет.
Что я вот вышел в нефть, как-то не вижу ее у тебя. Ну что, мне поставить подлодки сделать? А ты их не будешь есть, делать, нет, что ли, никогда? Вообще есть же они подлодки. Давай мир, короче. Ну, теперь мне надо, очевидно, будет инка сносить самолетами. Сейчас еще, конечно, зависит от того, есть ли у меня алюминий, с другой стороны. Вообще, ты знаешь, если ты хочешь меня обращать, то вперед, потому что я тут инквизицию основал, и тут инквизиторы 70 веры стоят. Я лучше обращать, у меня тут приперся этот Равец. Я так попукаю в воду. Я удивлен, что Равец, кстати, выжил. Я думал, что у меня потом 6. А вот. Ну, 6 осталось. Вот видишь, человек, смотри. Я ему в начале игры сказал, что ничем хорошим эта война не закончится. И она ничем хорошим не закончилась. 50 пунктов. Знаете, я тут Пусилов построю, пойду вот там заселю. Человека 100, науки 50 пунктов. Просто он никак не может посражаться. А, тут я отложу вообще. Война реально бессмысленная, ему даже мои территории не нужны. Понимаешь, он бы сидел, строил домики, там, занимался своими делами. Мир, будем подключать или нет? Да, я не успеваю тут. Видишь, я тебя не атакую. Отступил. Карим, предложение. Сто шестьдесят у Грузии. Ну да, уже религии Канада не победит, я думаю. 11 городов, 9, 10, 8. А, и моя в 8, да, это... С таким количеством времени все, можно про религиозную победу забыть, я думаю. Так, терби планы. Две штучки. Раз. И два. А если я сначала апостолам распространю религию, я потом смогу укрепить? Нет, еще там, раз. Там то ли три заряда, кажется, нужно, чтобы было тогда, да. Так, а вообще у меня капер... А, я не открыл еще подлодки. Вон. Ну, опять же, зависит от, есть ли у меня алюминий или нету. Если нету алюминия, то как бы идти в самолеты и бессмысленно. Так, дает редкий ресурс. Жемчуг у меня есть. Какой редкий ресурс? Может быть, киты? Это все рыба. Это все рыба.
Фига ты в этом Бристольском заливе настроил флот? Я смотрю, англичанин. Так, у меня ж Англия, верфи королевского флота. Ну да. Бесплатная, считай. Точнее, не считай, это конечно. А, ну да, да, теперь так, так же их дают точно. Так. Взяли тут Амани в Медиалан, пожалуй. Пока. Пошло затопление. Ну вот это можно убрать пока, да? Блин, у меня темный век мог вот это поставить. Ну сейчас уже не надо, мне кажется. Или поставить. Еще, да не, там один капер построить нафиг надо. Давайте содержание юнитов пока. И... Может, республиканское наследие? Или поселенцев еще немножко? Давайте поселенцев поднастрою. Че сегодня вот финики из Люба по озеру плавают? Я не смогу проапгрейдить. Ну что, в Кардифф еще отправить? Пойдем. Да, с культурой я немножко. Давайте тут хотя бы попробуем сделать. Тут варваров нету. Куда я отправил этого посела? Где он вообще? Нет, тут надо на побережье ставить. Все, наверное, между рек. Блин, канадец на чудес на 1000 настроил. Мне надо сейчас деньги, наверное, накопить на лабы. Просто их купить. Так, значит, этого посела сюда. Этого посела. Блин, затапливать все будет. Давайте сюда. А может, третий уже и не нужен? Давайте уже без третьего. Довольство с кем-то надо поторговать. Явно. С той же Канадой, например. Так, ртуть у Америки. Америка предложение.
Мёрт у Канады. Канада предложение. Кофе, так, табак у Англии. Англия предложение. И шелку Грузии давайте. Грузия предложение. Четыре хода я должен в героически выйти. Что тут я могу? Финикия инженера забери. Я еще ни разу лошадей не делал, поэтому давайте используем. Также осуждаем религию. Да. О, кстати, тут уже пишет претензии под... У вас тоже написано, что у Англии 149? Или у вас у каждого свое? Про что? Ну вот, под количеством дипломатических очков у меня под Англией написано количество претензий. У каждого свое. Тоже. У меня вообще 462. А, значит, ну, у каждого свое. Ну да, на это поэтому. Ну не знаю, кому претензии. Ну тогда можно уменьшить Англию. Да. В смысле уменьшить второе? Да, второе. Зачем? Не надо ему уменьшать, зачем? Давайте американцу. Я предлагаю Канаде еще. Давайте я сейчас все влияю. Я тоже за Канаду. Претензии, понимаете, претензии, они влияют на количество мирового влияния. У Канады как бы оно не особо там много плюс. Очевидно, что вон там у Америки и у арабов. Америки. Америка, ну, Грузия. Воюет. Там Грузия, по-моему, на дипломатическую победу идет. Ну это претензии на дипломатическую победу не повлияют. Да, там идет дипломатическая победа. Так, сейчас мне 4 очка не хватает, да, я так понимаю, да. И у нас 3 хода останется. Значит, 1 очко я за лошадей получу. Порох я уже использовал. Железо тоже. Селитру тоже. Нефть. А, вот сейчас мне дали очки за самолет и за нефть, соответственно. Да, я первый. Да, нефть и самолет. Это тоже все использовано. Алюминий бы использовать, но я, наверное, вряд ли доберусь. Так, а за что у меня даются очки, по-моему, за торговые пути? Бонус, да, за торговые пути. Так, вот еще одно очко. На кого он влияет? Нового времени и промышленной эпохи. Да, на линкоры. А что дает? Просто сразу маяк строит и верфь не. Давайте его тут отправим. Я буду инка самолетами атаковать. А, и что с алюминием? Ну, просто если у меня нет алюминия, то никакого атаки инка не будет. О, есть. Отлично. Ну, как бы не сейчас. И тут еще ресурс. Короче, тут надо город прямо на алюминий ставить.
Блин, а как бы эту клетку выкупить? Тут нету случайно... Присоединяет этот город-государство к вашей империи? Кстати, это я смогу Брюссель? Присоединить, не знаю зачем, правда. Да, слушайте, ну вот этот я не смогу присоединить. То есть мне надо город где-то вот сюда поставить будет. Значит, Кзжен будет затапливаться постепенно. Так, я могу какие-нибудь очки получить за кого-нибудь пересузеренев, да? Или я не получу? По-моему, только если в войне. Так, одно очко за лошадей. И у меня два хода останется. Блин, где мне еще два очка? Ну, мне должны были за торговые пути что-то даваться. Ну, вот этого инженера могу получить, да? Купить просто. Как бы все, мне бы хотя бы один торговый маршрут, если бы закончился, я бы получил, собственно. Так, за лошадей. Прям как тост. Почему Монреаль и, короче, почему у меня... Давайте этот Порто-Трент откроем. Мне кажется, там реально можно нормальные деньги поднять. Уголь я тоже сделал. Блин, даже не знаю, где очко получить. Опада на один ход. Делаем. Вот оно. Классно, у меня шпион на самолете и улетел. Вообще, Ападана, кстати, нормальное чудо, тут просто мне клетку эту было жалко. Кто-то перекупил мне кого, Брюс? А, я в Аншане все-таки послом поубирал оттуда.
этим шпионом поубирал оттуда послов. Да, слушайте, кажется, 123 ход и 200 науки, это да. Это грустняво. Надо вспомнить, что там... Я помню, что вроде ничего такое. Но... Неужели Фераксис сделали что-то полезное? А, два апостола позже. Блин, забываю, что это... Что не надо посылать... Нельзя посылать к союзникам. Тогда давайте к Инку. В Мачу. Точно. Я же его захватывать собираюсь. Алексей, так у тебя мед есть? Нет. Где еще у меня рыцарь? Положение. А где броненосец? Вот он. Мне сначала туда надо дойти. А, ты в этом плане? По-моему, я с кем-то торгую сейчас, подожди. Да, у меня есть мед. И кофе у меня есть, сорян. А что она так херово отображает? А если вот так... Так, какие тут еще интересные? Биг Бен. Вообще, ну тут клеточка хорошая, жалко мне там Биг Бен ставить. Тадж-Махал. Вот, Тадж-Махал можно. Тадж-Махал, пожалуй, поставим. Фига там Финикия уже ломанула науку. О, мы вдвоем с Финикией в героический вышли. Наконец-то я увидел этот город, и он все равно не самый лучший. Зря только откладывал отправку каравана. Thank you.
Так, что какой тут следующий город? Куско. Шпиона я тут сделал. Так. Наверное, отложу. Ладно, надо пригород. О. Виктория отваливается. А все благодаря героическому веку. Там еще и у Англии темный век. Может, и у Англии что-нибудь отваливается? Да, Кагуана. Минус 5, а в Виктории минус 1. Ну, тут, конечно, просто город большой. У меня были бы Аквилеи и Лунгдуном побольше. Там было бы печально совсем. Там ГГшки убиваете. Венеция, нет. Короче, я наконец-то нашел твой сток он тренд. И прикинь, и он не самый крутой город, куда отправляется. У меня круче всего в Брэдфорд бегает. В Брэдфорд, господи. Ну, отлично, отправляю в Брэдфорд. Да я отправляю. Кстати, у нас закончилось. Кинул. Давайте лабы покупать. Два хода, три. Четыре. Вот тут 10, тут мы купим. Блин, затапливать встало, это хреново, мне в компьютеры как-то надо. Но при этом сначала в улучшенную авиацию, несомненно. 4 давайте купим. Так, в Равенне построим. В Ареции построим. Коммунизм. Четыре очка великих инженеров и 2 очка великих инженеров за каждую мастерскую. По-моему, прикольно. Заодно проверим, как эта карточка работает. Научный предложил. Хорошо. Прима, со мной союз ты не хочешь? А с кем? Инк. Я подумаю. Звучит крайне неплохо. Просто потому, что надо быстрее принять. Да я догадываюсь, как это звучит. Алексей, ты все хочешь или... Я не успел принять. Я ничего не успел. В смысле, все хочу. Да тут это рассуждения пошли. А, разведчика убили, ладно, разведчика, ладно.
Ну, у меня угля стало не хватать. Блин, может, у меня линкоры? У меня явно на линкоры. А, минус 2. Так, у кого там уголь есть? Приятно было с вами поиграть. У кого там вынесли? Кого? Саладина. Англия, предложение. Сейчас. Спасибо за игру. То есть у вас война была 110 ходов, да? Если это можно войну. Идеологии. Так, три мушкетера. Ну, я, наверное, не успею. Я просто считаю, что грузин чуть-чуть странно сыграл. Или сделать три мушкетера. Один ход. Так, а ты... Ну и один у меня есть. Так. А, у меня даже два есть. Стоп. Тогда нормально. Что? Я бы получил моя наука. Там канадец впереди. Так, куда я их? Кирасиры. Как раз у меня сейчас кирасиры откроются. Ну, Супергерл я тоже буду матчу захватывать. Ну, давай поделим. Ну как, тебе только если снизу захватывать что-то. Ну, я да. Не знаю, что тут делить, потому что мне только сверху я могу. Да, согласен. Меня вполне устроит. Тебе помочь или сам справишься? Сам. Я интересно, оттуда послов постоянно убираю. Блин, вот это артиф... Вот это мне фиговый ученый достался. Так, всем спасибо. Спасибо за игру. Так, а следующим ходом уже бомбардировщики смогу строить, поэтому пока отложу. Ну, я на свою территорию, чтобы тут апнуть.
Товарищи, у меня такое предложение, может... Какое предложение? Перерывчик. А то часов сколько? Часа 2.5 сидим. Ну, можно. Мне да. Вообще уже 7 утра. Я бы тоже уж как-то потихоньку подводил к ГГ. Да, и кто тут победил? ГГ еще далеко. Это вам там виднее, я не знаю. Я свою войнушку отвоевал. То есть ты дуэльку пришел, сыграл, да? Не, ну я ж не специально. Не, ну почему там еще. Получилось не очень элегантно, скажем так. Отыграл войну на 3000 лен, да? Да, тут отложил я. Бомбардировщики буду строить. В Ареции, Риме и Равенне. По-моему, 375. Так, я просто убираю таймер пока. Давайте 10 минут перерыв. Так, а я тут начинаю бомбардировщики. Раз. Два. Три. Дальше идем в электричество в надежде спасти эти города от затопления. Стою тут пока. Не буду его обстреливать, пока у нас перерыв, там народ разошелся. Не знаю, какие-то священное место. Ну, почему нет? Оно самое дешевое, потому что никто его не строил. Да, город затопить невозможно, он не будет уничтожен, поэтому я его так смело поставил. А так, Зарица у меня вообще бегает. 2-3 из Равенны прям. Давайте из Анции отправим. Так, тут все, давайте города проверим. Я бы тут уже на... науку ставил там, где построены лабы. Районы Равенны тем более скоро прекратит расти. Подождите, а что я в Аквилее этого линкор достраиваю один ход? Я бы здесь оружейную следующим поставил. Так, тут лаба тоже есть. Что тут даже расти не надо. А я что-то не понимаю. А почему? А потому? В чем вопрос? Ну вот, не к тебе, Алексей, но
хочу отправить, скажем, в Рим этого Союз, союз. А раньше это же было... Да, а теперь, если союз, то нельзя отправить шпиона. А с каких времен это? О, по-моему, из позапрошлого или из позапозапрошлого патча. Довольно давно это уже. Так, еще апну, наверное. Как у меня вообще вход идет 4. Будет на самом деле 6, потому что я вот это обработал. 2, 2, 6. Ну, я бы хотя бы один истребитель. Один давайте. Или два надо. Два истребителя и 4 бомбардировщика. Хватит. Хватит, я думаю. Этот, кстати, флотоводец не работает на линкоры, потому что на другую эпоху рассчитан. Блин, мне кто-то поломал. Подождите, мне кто-то разрушил эту дамбу, ёперный бабай. Короче, надо сюда шпиона сажать, потому что это может продолжаться много раз. Ну, я захвачу мачу отсюда, пересажу тогда. Бесполезный ученый, который мне ничего не дает. Честно, успею я вообще в компьютеры выйти? Что? Блин, тут все мне разрушили, блин. Это вот я забыл, конечно, про эту фигню. А что, это мне инк объявил войну, а не я ему? Вообще, вроде плюс удовольство. Так, ну вот тут можно на производство переключить, в Равенне тоже. Электричество, это значит я могу подлодки делать. 410. Дождемся идеологии, тогда поставлю карточку на апгрейд юнитов. И тогда уже буду менять.
Англия, сделка. Так, что мне с этим ученым делать? Ради него одного театралки стоит строить, мне кажется, бессмысленно. Ага, ой, надо было сначала флотоводца подвести, а потом обстреливать. Что, до сих пор броненосцев не открыл? Блин. Не, ну мне сначала в компьютеры надо выйти. Я просто отправил, у меня тут где-то разграблен коммерческий район, поэтому у меня лишний караван есть, его я отправил. Виктория прекратила отваливаться, да? У меня еще куча тут необработанных клеток. Мне надо рабочих делать. Хочу узнать, сколько я... Ага. Да, я дофига отсюда выбрасываю. Дождусь карточки. Апгрейдить без карточки как-то грустно. Так, и у нас один сюда вернулся. Блин, ну я бы его все-таки давайте в Шербрук поломаем плотину. Я, наверное, этого шпиона в Рим верну на плотину. Так, верфь, кампус, верфь. Промышленная зона на плюс 2 только, да? Ну, тем не менее, давайте вот тут на плюс 1 сделаем. Англия, посмотри, сделал. Там у кого-то дед-бородед просто постоянно посылает
Ну, ему, наверное, оно на армию. Мета 6 достаточно, я не получаю. Может, у него там есть... 14 из 99. Что-то сомнение у меня в культурной победе, честно говоря. Так, ну давайте смотреть, где я могу плотины строить. Три хода. Да, можно построить в Аквилее 10. А что тут затопит? Да, не хотелось бы. Ладно, поставлю. Строится. Ну, понятно, что в Анции обязательно. Медиалане, кстати, не надо. Ну, Кумы и Кесарию не спасти. Стоим, это тяжело берется. А что это у тебя за фрегаты в озере Попо? О, это долгая история. Три армии или армады? Ну, к сожалению, вряд ли. Да, тут, конечно, военный лагерь хорошо стоит. И Куско вообще такой приятный город, и кампус на плюс 5.
Кампус, промышленная зона. Музыкантов, художников, полководцев, бои на вашей территории не дают усталости от войны. Вспомогательных юнитов нет, нет, нет. Центр гавани. Ну, гавани, кстати, может быть, поставить. Там у меня верфи. Да, блин, я же хотел на соседство, ой, на апгрейд юнитов карточку, блин. Забыль. Первым рынок, потому чтобы караваны можно было отправить. Так, что у нас по науке? 316, 330, ну, вроде норм. А в уране уже кто-то есть. Или в ракетостроении. Давайте глянем. У нас Канада не в ракетостроении, Финикия не в ракетостроении. А где ж они? Неужто в Уране? Самолетик не долетит, да? Мне хорошие отметочки. Так, из Зареции уже бегает. Из Рима. Из Рима бегает. Из Анце. Так. Давайте, наверное, из Анце еще, чтобы все-таки достроить вот эту защиту.
Так, пока урана ни у кого не было. Сейчас посмотрим этим ходом. Возможно, у кого-то его просто и нет. Такое ведь тоже вполне возможно. Так, героически еще идет. Даже еще не отсчитывает очки, чтобы он закончился. Попона. Так, опять я тут всех выкинул. Блин. Про кирасиров я немножко подзабыл. Слушай, Супергерл, тебе не кажется, что если ты еще и Ванако возьмешь, то у меня Чукуита будет отваливаться? Я кто на меня отваливаю. Что? Такое ощущение, как будто ты... Я сейчас Да, я понял, микрофон в соседней комнате. Собственно говоря, я сейчас в темном веке, то у меня все отваливается. Что, строить тут священное место? Какая-то культура нужна? По-моему, это у меня сейчас все отваливается. На этом пока все. Спонсоры канала могут посмотреть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!